разрезать на остроугольные тупоугольные. Давайте я для начала все-таки покажу, как резать на остроугольные треугольники. Выпустить луч. Ну, ничего страшного, правда? Имеете право, выпустили луч. А вот дальше совершенно важная штука. Взять и под одинаковыми углами выпустить из этой точки лучи. Я не знаю, ребята, лучше всего, если действительно нарисовать такую точную картинку. Вот живая геометрия или геометрический конструктор или там что-нибудь позволяют вам рисовать абсолютно точные картинки. Пятая часть от 360 это 72 градуса. Поэтому все, что вы должны сделать, это... Так, здесь тут не перпендикуляр, конечно, а вот так. Ну, давайте теперь посмотрим, что есть что. Значит, здесь 72 градуса, это замечательно. Здесь 45 градусов. Кто умеет складывать 45 и 72? 117. 117. А дополнение до 180? 180 минус 117. Господа, а ведь они все меньше, чем 90. 63, 72, 45. Это все меньше, чем 90. Замечательно. Теперь здесь. Ну вот здесь хуже. Здесь, понимаете, не очень понятно, как это считать. Но станет понятно, если мы эту точку возьмем нигде попало, а если мы эту точку возьмем там, где у нас она пересекается с биссектрисой. Вы понимаете, что можно провести здесь биссектрису и здесь тоже провести биссектрису. Тогда, как называют эту точку? Центр вписанной окружности. Центр вписанной окружности, совершенно верно. И если вы так сделали, то тогда с углами все становится гораздо понятнее. То есть, смотрите, здесь было 45, соответственно, здесь будет 22,5 градуса. Так, этот угол мы знаем. Здесь, так, я не понимаю, как здесь отрезок проходит. Я не понимаю, как этот отрезок расположен. А, собственно говоря, почему я не мог сделать так? Забываю вот это. Беру вот это. Смотрите, и говорю, что вот это у меня пятиугольник. Пятиугольник? Да. Замечательно. С вытянутым носом. Согласны? Да. Замечательно. Все. Значит, забыли эту конструкцию. Это не значит, что она была неправильная. Это просто означает, что мы у нее с превеликим трудом посчитали бы углы. Вот. И переходим к конструкции, которую посчитать гораздо легче. А именно, берем правильный пятиугольник. Единственное, его надо как-то нарисовать покрасивее. Ой. Ну, мы в любом случае поймем. Вы-то в любом случае поймете, но мне хочется, чтобы картинка была получше. Так, чем замечателен правильный пятиугольник? У него все углы равны, но у него все углы сколько градусов? Минус 90. Почему это? Пятая часть от 3 раза 180. Значит, надо... Что? 180. У него все углы 45. Сколько? Здесь 45? Нет, слушай, 45 это вот здесь. А этот угол... Нет. Еще раз. Пятиугольник состоит из трех треугольников. У каждого треугольника 180. 3 умножить на 180 и разделить на 5. Вот что я должен сделать. 180 разделить на 5, я знаю, это 36. 3 умножить на 36, это сколько? 8. Это 108. Так что не обманывайте. Вот. А вот дальше идея, ребята. У меня же пятиугольник, он вот примерно такой, да? А я беру центр, отхожу так, чтобы здесь вот возник угол, ну, тот самый. Те самые 90 градусов. Идею поняли? Давайте будем вычислять. Во-первых, идем сюда. Здесь я договорился 108, значит здесь 72. Нормально. Идем сюда. Значит, здесь у меня 72. И сейчас надо объясниться, почему же у меня везде, у всех вот
треугольников, которые здесь есть, почему у них у всех углы острые. Заметьте, что я выиграл, когда сделал здесь правильный пятиугольник. Я выиграл то, что вот у этого углы совершенно понятные. Вот это вот пятая часть от 360, это 72. Значит, здесь у меня остается 108. 108 пополам, это 54, правильно? 54, 54. Отлично. Здесь у нас ровно такой же треугольник. Вот так. Теперь вот дальше интересно. Ну, взять, да, здесь, да, 72, 54, 54. Вот дальше, смотрите, этот треугольник такой же, и вот эти вот два, они тоже одинаковые, да? Замечательно. Смотрим. Здесь 72. Здесь 45, это мы уже с вами подсчитывали. Здесь 63, то же самое, 72, 45, 63. Отлично. Значит, эти треугольники тоже остроугольные. Теперь осталось всего чуть-чуть. 63, 54, это сколько? Алло. 117, значит, здесь... 63. Сколько? 63. 63, да? 63. Давайте проверим. 126 и 54. Это действительно 180. Так, 63, 72, это мы уже выучили. Здесь сколько? 45. Здесь сколько? 45. Почему там был треугольник? Хороший вопрос. Почему я взял 90 градусов? Ответ очень простой. Ответ очень простой. Я вам запросто могу эту точку чуть-чуть сдвинуть сюда. И он станет другой. Понятно? Не-не-не, другое дело. Конечно, я сейчас не доказал, что любой, вы правы в чем-то, любой тупоугольный треугольник можно разрезать на остроугольное. Понимаете, когда у вас треугольник вот с такими сильно разными сторонами, то, конечно, все чуть-чуть сложнее, да? Хотя, с другой стороны, в общем, разрезать на прямоугольные можно любой треугольник.